Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Надеюсь, у вас все хорошо. Наша сегодняшняя тема – это у нас диалог в магазине. Маркетте диалог. Повторяю. Маркетте диалог. Здесь обратите внимание, пожалуйста. Маркет – это магазин. Но интересно, какой магазин? Подумайте. Магазин, то есть маркет – это только продуктовый. Ладно? Если одежды магазин, мы говорим мааза. Хорошо? Маркет – это продуктовый. Маркетте – это уже в магазине. Почему вы выбрали эту тему? Потому что считаю, что это очень важная тема для вас. Потому что многие из вас приезжают, например, на отдых, да? Несколько дней вы отдохнули в отеле, но потом скучно становится, да, немножко. А потом что делать? Покупками, правильно? По магазинам ходить. Вот, вот. Идете в магазин, но даже вот не знаете на двери, что написано там у входа, да? Вот видите, здесь что-то написано на турецком. Вот. В этой теме, в этом видео мы будем знать эти слова, турецкие разговорные фразы и самое главное, как турки общаются в магазине, как зовут, например, продавца, какое обращение идет и так далее. Надеюсь, для вас будут очень полезны. Давайте начинаем. Вот смотрите, там тоже написано, вот здесь видно, да, гириш написано. Вот гириш — это у нас вход. А если наоборот, это у нас чыкыш. От слова чыкмак — выходить. Чыкыш — это выход. Еще интересное слово. Чекиниз. Чекиниз — это к себе. А наоборот, итиниз. Вот здесь написано итиниз, да? Это от себя. И açık — открыто. А закрыто как будут? Капалы. Капалы — это у нас закрыто. Давайте повторяем. Гириш, чыкыш, чекиниз, итиниз, açık и капалы. Вот. Пока мы не зашли, вот подошли, да, вот, и мы уже знаем эти слова. И мы уже знаем, магазин открыт или нет. И да? Вот наш магазин. Маркетте. Маркет — это магазин. Маркетте — это у нас в магазине, да? Те, та или де, да, окончание у нас дает значение в, на или у. Смотрите. Зашли в магазин, там что-то вот ищете, да, но чего-то вот вы не можете найти. А как позвать продавца, чтобы он помог нам, чтобы он нашел? Наше обращение, первое слово, affedersiniz. Как бы здесь два «ф» есть, но читается как-то только одно. Affedersiniz. Это у нас «извините», «простите». Значит, если вы чего-то не можете найти, вы можете сказать affedersiniz, и вот продавец подойдет к вам, да? А у нас еще есть одно слово, которое чаще всего, ну, используется. Это у нас «bakar mısınız?». Повторяю. «Bakar mısınız?». Некоторые из вас, наверное, сейчас думают, «bakmak» — это же «смотреть». А как перевести, скажите-то? Да, логично. Друзья, в русском языке вы, я думаю, не говорите «посмотрите», да? А вы в магазине, когда собираетесь позвать продавца, говорите «скажите, пожалуйста». И поэтому я перевел как «скажите, пожалуйста». Ладно? Значит, чтобы позвать продавца, мы либо «affedersiniz» говорим, либо «bakar mısınız». И то правильно будут. Вот продавец уже слышал и подошел к вам. Он говорит, или она, «Buyurun». Он подошел и
хочет узнать, о чем вы там, что вы хотите сказать. Вот он говорит «Будем». «Слушаю». Кстати, в этом слове очень много значений. Вот. Вы искали там хлеба, не могли найти, и спрашиваете. «Экмек варма?» Повторяю. «Экмек варма?» Есть ли хлеб? Вот мы умеем, это у нас «ли», да? Нам обязательно ставить. Посмотрим, как он отвечает. Два варианта. Либо скажет «эвет», «ваш». «Да, есть». «Иште бурада». «Вот здесь». Или он, если, например, вдалеке хлеба, они могут сказать «иште орада». Тогда будут «вот там». Хорошо? Здесь бурада – это здесь. Или «хайр» – «йок». «Нет, нету». «Калмады». Вот это именно разговорное. Очень часто говорят «калмады». «Калмады» – это у нас закончилось. Вот. А потом, что вам нужно сказать? «Тешекюллер». «Тешекюллер». Это у нас было обращение, правильно? Такой маленький диалог. А вот смотрите. Если вы в магазине, это именно на кассе. Какой разговор идет? Давайте узнаем. «Кассиер». Это у нас называется вот «кассиер». Это те, кто работает на кассе. Вы подошли, уже вот все, там хлеб купили, покупали, да? И подошли, хотите уже платить. Вот кассиер говорит. «Хош гэлдинис». «Хош гэлдинис». Как отвечаем? «Хош булдук». «Хош булдук». Это у нас «спасибо» будут. Кассиер спрашивает. «Пошет истермисинис?» Повторяю. «Пошет истермисинис?» Желаете пакетик? Некоторые могут сказать «пакет истермисинис». Хорошо? «Пошет» — это более «майка». Хорошо? А «пакет» — это пакетик. То есть и то, и то правильно будут. Но вроде чаще всего говорят «пошет истермисинис». А вы что говорите? «Эвет». «Лютфен». «Да, пожалуйста». Здесь «лютфен» это же не то, что ответ на «спасибо», правильно? Здесь как бы просьба, да? «Лютфен» используется в просьбе. Пожалуйста, не забывайте. «Эвет, лютфен». «Да, пожалуйста, дайте». Или, если вам не нужен пакетик, вы можете сказать «хайр», «тешекюрляр», «истемьором». Если вы хотите сократить, вы просто скажите «хайр», «тешекюрляр». «Нет, спасибо». А если полностью хотите сказать «хайр», «тешекюрляр», «истемьором». «Нет, спасибо, не хочу». Вот «истемьором», «не хочу». Кстати, «муштери» — это у нас клиент, да? Потом кассир говорит «борджунус 10 лира». «Борджунус 10 лира». Если дословный перевод, это у нас будет «ваш долг». «Бордж», потому что это у нас долг. «Ваш долг 10 лир». Но, конечно, в русском языке мы говорим «вы должны 10 лир». Потом он продолжает. «Картла мы ödemek istersiniz, peşin mi?» «Картла мы ödemek istersiniz, peşin mi?» Хотите платить по карте или картой? Или наличными. То есть такой вопрос они могут задавать, если что. А как ответить? Мюштери, это уже вы, да, клиент, покупатель. Говорите «картла». То есть если «картой», мы используем творительный падеж «ле-ла». То есть «карт» — это «карта», а «картла» — это «картой». Хорошо? Отвечаем «картла». И потом говорите «буйрун». Вот смотрите, а здесь второе значение «буйрун». Помните, там продавец вот подошел к вам и сказал, что «буйрун». Это «слушаю», да? Вот это первое значение. А здесь вот «буйрун». Ну-ка, возьмите, пожалуйста. Вот такие значения дает еще. То есть некоторые значения есть. Потом кассир говорит
Lütfen şifre giriniz. Повторяю. Lütfen şifre giriniz. Пожалуйста, введите пароль. И вы, конечно, скажете: Peki, tamam. То есть, хорошо, ладно. Потом кассир говорит: Teşekkürler. Или еще какой вариант есть? Teşekkür ederim. Sağ ol. Это вот все у нас спасибо, да? И потом, вот, турки очень часто говорят: Kolay gelsin. Kolay gelsin. Это у нас легкая работа. Kolay gelsin мы можем сказать, когда заходим в магазин и когда выходим. То есть и то можно. Интересно вот здесь. Pazarda. На рынке. Pazar это у нас рынок, а pazarda это на рынке. Здесь тоже есть интересные фразы. Вот одна из них, вот я уже показал вам. Покупатель говорит: Как подошли к продавцу и говорите: Хайрли ишлер. Хайрли ишлер. Очень часто говорим. Турки очень часто говорят: Хорошая работа. Ну, как бы такое значение дается: Хорошая работа, удачная работа. Или легкая работа. Такие значения дают. Вы тоже можете использовать. Советую, кстати. Очень интересно. И вот сатыджи, продавец, говорит «Сау олун» или «Тешеккюрлер». И то – это у нас «Спасибо». Разница? Нет. Потом клиент спрашивает «Кираз варма? Есть ли черешня?» «Кираз варма?» Сатыджи говорит «Эвет, вар». Evet, var. Да, есть. Kaç kilo? Kaç kilo? Сколько килограмм? Как турки спрашивают, сколько стоит за один килограмм? Kilosu ne kadar? Обратите внимание, не просто говорим kilo, а kilosu ne kadar. Потому что мы думаем, что килограмм чего? То есть черешни, там киви и так далее. Поэтому мы добавляем су, хорошо? Килосу, с это здесь связка и у наше окончание. Килосу не кадар. Сколько стоит за один килограмм? Допустим, вы не покупаете там черешни или там помидоры, огурцы, да? Например, там собираетесь покупать петрушка. Петрушка же мы там килограмм не покупаем, да? Там одна штука, две штуки, вот. Вот, если такие у нас овощи или фрукты, мы не спрашиваем килосу не кадар, а говорим танеси не кадар. Тане это штука. Значит, если там петрушка там или листья салата вот покупаете, спрашивайте так: танеси не кадар. Хорошо? Танеси не кадар. И он, скорее всего, скажет «бир лира» или «ики лира» и так далее. Вот здесь ответ «беш лира», «пять лир». Вот, цена вот хорошая, доступная. И вот мюштери говорит «ики кило лютвен». Пожалуйста, 2 килограмма. «Ики кило лютвен». Продолжаем. Сатыджи отвечает «таби». Конечно, замечательно, да, здесь две и есть. Так правильнее будут. Таби, конечно. Музда вереим ми? Они могут так предлагать. То есть, вам дать банан? Вам дать там киви? Вам дать там горох, например? Да? Музда вереим ми? Скорее всего, они так задают вопрос, и вы говорите. Например, банан дома есть. Муз эвде вар. Банан дома есть. Вар йог всегда у нас где? В конце предложения. Пожалуйста, не забывайте. Портакал вар мы? Портакал вар мы? Есть апельсин? Ну вот. Он говорит. Марисев. К сожалению. Бугюн. Портакал йог. К сожалению, сегодня нет апельсина.
Bugün portakal yok. И покупатель, то есть вы, говорите: «O zaman bana bir kilo elma ver». «O zaman bana bir kilo elma ver». «Тогда, o zaman, 1 килограмм яблок». Peki, то есть хорошо, peki. Ладно, утвердительно. Peki. Başka bir şey? Что-нибудь еще? Повторяю. Başka bir şey? Что-нибудь еще? Tamam. То есть хорошо. Hepsi ne kadar? Hepsi ne kadar? Сколько лир за все? Или, как второй вариант, вы можете спросить: «Borcum ne kadar?» Сколько я должна? Или сколько я должен, да? «Borcum ne kadar?» И потом «Hepsi kaç lira?» То есть «Hepsi ne kadar?» Можете спросить так. Или «Hepsi kaç lira?» То есть «Сколько лир за все?» И сатыcı говорит: «Hepsi 10 lira». Все 10 лир. И уже собирается дать, то есть деньги, да, мюштери. И поэтому говорит: «Buyurun», то есть «возьмите». «Kolay gelsin». «Kolay gelsin». Легкая работа. И сатыcı говорит: «Teşekkürler». «Спасибо». Последнее у нас «Alıştırmalar». Упражнение. Это для вас, конечно, да? Вот смотрите, здесь есть слова, да? Вот «teşekkürler», «var», «lütfen», «buyurun», «rica ederim», «мы» — это у нас вопросительное окончание, да? Частица «kilo» — «кач лира» или «geldiniz». Вы уже эти все слова знаете. Вот смотрите, наши вот предложения. Такой маленький диалог я составил. Давайте, находите, куда какие слова ставить. Пожалуйста, сделайте и потом внизу напишите. Я проверю, ладно? Друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Görüşmek üzere.